Всем привет, с вами канал Статус Задрот, и сегодня у нас самый быстрый гайд на Эш. Пассивка, при автоатаках враг замедляется, еще Эш вносит ему дополнительный урон. Первый скилл очень быстро бьет, второй скилл залп, вылетает залп стрел. Третий скилл ястреб, отправляет ястреба на разведку. Да, стрела, стан и урон через всю карту. Берем Эш на бот на позицию кэрри. За счет своего превосходного контроля и бешеного урона Эш очень легко делает киллы. На Эш советую собирать тупо урон, потому что контроля и скорости атаки у нее и так много. Такие предметы как Blood Sister и Infinity зайдут вообще шикарно. Чтобы убить Эш, до нее надо сперва добежать, а с ее контролем это ох как непросто. И не стоит забывать, чем больше киллов, тем лучше скуп, хотя как об этом можно вообще забыть? А вот про фарм можно забыть, но про него лучше тоже не забывать. Под конец игры просто идем и разламываем вражескую команду. Мы способны разбить всех пятерых чемпионов, если займем грамотную позиционку. Так что просто идем и ломаем им ебало. Да так, чтоб у них еще неделю потом пукан болел. Не забывай, что кэрри герои заточены под фул урон. Бей сильно и быстро. Вот тебе пиздатые руны и охуенные таланты. Поздравляю, ты превосходная Эш. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.